Мы приветствуем вас в любви, изобилии и свете одного бесконечного Творца. И сегодня в этом видео мы с вами поговорим о лавровом листе и о том, как вы можете с помощью лаврового листика привлечь в свою жизнь изобилие, удачу, благополучие в свою жизнь. Как мы все знаем, лавровый лист – это часто символ богатства и достатка. Именно поэтому в ветви лавра вы иногда можете увидеть, как люди развешивают по своему дому, иногда на рабочем месте, это может быть даже офис, магазин, для того, чтобы привлечь клиентов и были денежные потоки. И нередко лавровый лист присутствует и в личных вещах человеку. К примеру, это может быть в кошельке или в кармане. И таким образом вы сможете привлечь к себе успех, который будет сопутствовать вам не только в делах, но и в работе. И вы знаете, мы рекомендуем брать лавровый листик с собой и положить его в карман. Как можно нужно сделать это ближе к своему телу, для того, чтобы достичь успеха и благополучия. Но перед тем, как положить лавровый лист в карман, нужно сказать следующие слова. А слова следующие. Я желаю богатства, я желаю удачи, я желаю счастья, я желаю золота, я желаю серебра. Я желаю изобилия, я желаю здоровья, я желаю помощи. Я желаю, чтобы деньги пришли ко мне в жизнь. Я желаю всего этого и так тому и быть. Такой листик вы также можете заговаривать и брать с собой на собеседование, на совещание, для того, чтобы вас заметили и признали ваши способности. Взяли вас на работу или повысили в должности. Ну, а чтобы листик не пачкал и не мучил вас запахом, вы можете обернуть его в платочек. Как вариант, взять платочек или лоскуток красного или зеленого цвета. Красный цвет, напомню вам, что он привлекает удачу, а зеленый цвет такого лоскута будет привлекать деньги в вашу жизнь. Друзья, пусть ваш мир будет наполнен изобилием, процветанием и богатством.